Вчера в Центре общественных связей пожарной охраны Севастополя состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников пожарной охраны Украины. От имени городского совета и государственной администрации города с профессиональным праздником пожарных поздравил Юрий Буровенко, заместитель председателя госадминистрации Севастополя. От имени администрации я хочу вашему руководителю вручить небольшой сувенир, ваш уже мини-музей, вот, для того, чтобы постоянно напоминать о том, что вы на страже города Севастополя. Всего хорошего. Заместитель начальника управления Министерства внутренних дел в Севастополе, полковник Владимир Любченко, зачитал праздничный приказ начальника УМВД генерал-лейтенанта Вивата Белобородова. Ряду сотрудников присвоены очередные воинские звания. Многим пожарным вручены денежные премии и ценные подарки. От имени руководства управления Министерства внутренних дел в городе Севастополе, всего гарнизона Севастопольской милиции, поздравить вас с вашим профессиональным праздником Днем пожарной охраны, пожелать вам успехов в вашем нелегком труде. От имени Севастопольского гослесхоза с праздником пожарных поздравил директор гослесхоза Николай Луценко. Но, наверное, больше всех нужны вы нам, лесникам. Я, в принципе, так назвать у вас по праву коллега, ибо мы, начиная с пожароопасного периода, с весны до осени, а подчас бывает и грубый год, работаем с вами бок о бок. Честь и громаднейший вам, как правило, в большинстве случаев, вы даже успеваете на наши лесные пожары быстрее, чем мы. Тем самым позволили сегодня нашему городу иметь такой ароматный зеленый пояс, как практически нет ни в одном городе, даже в Украине. Затем состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли ансамбль «Черное море» и самодеятельные артисты пожарной охраны города.